добрый вечер. В нашей пресс-конференции принимают участие главные тренеры, игравшие сегодня в команду. Ари Пекусилин, Валерий Геннадьевич. Okay, really hard and big fight, 60 minutes. We start really strong today and game was really much battles and exciting. Many exciting things happened today. Очень занимательная, как говорится, тяжелая борьба была сегодня во всю игру. Мы начали очень сильно первый период. Ну, по ходу всей игры очень много борьбы было, и очень замечательных вещей сегодня случилось. And Gobars gave really, really much pressure last 10 minutes. And we only fight and we was ready to pay the price what need if you want to win. And today we won. Последние 10 минут Акбарс оказывал очень высокое давление на нас. Но мы боролись, как говорится, смогли оплатить так называемую ту цену победы. И в итоге мы все-таки победили. Спасибо. С победой, Борис. Мы действительно начали очень сильно. Переигрывали нас. Но, в общем, во второй половине игра выровнялась. Но в дальнейшем достаточно моментов было. Очень обидно, что мы не сделали. При такой игре остаться без очков, конечно, очень обидно. И игра была, а результат нет. Сейчас небольшой перерыв, и будем готовиться. Now we have a small break and prepare. Пожалуйста, вопрос. Ну, я думаю, что ему сложновато пока. Мы мышим, но сразу поставили, что он побыстрее, так сказать, адаптировался и в команде, и на льду. Поэтому он, в общем-то, как сказать, не выпадал. И pretty much play good. Еще пару. Еще просто сегодня очень ярко сыграл Степан Сидорчук. Ваше мнение в игре сегодня, что просто вот так показалось нам. Also, forward, Степан Чук played really good today. Your opinion on his game. Ну, я согласиться смогу с вами. And he's, I cannot agree. Еще вопрос тренера Костича по поводу Семенова. Долго будет? Семенов, how long he's gonna be injured? Out. I don't know yet. На данный момент у нас еще нет информации. Спасибо. 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 Спасибо большое.